Спасибо большое. Действительно, я сейчас расскажу про новую сертификацию для программистов и, самое главное, для вас. У нас будут новые условия по сертификации. Надеюсь, я привлек ваше внимание. Собственно, перейду к сути. У нас есть вообще давно уже есть обучение на курсах для программистов. Они были в видеоформате, они были в платном, когда мы помогали обучаться, решать задания и так далее. Эта система получила очень хорошие нам отзывы были от партнеров. Прошло больше 1300 человек эти курсы. Партнеры многие использовали прям системно всех новичков и опытных, загоняли на курсы. Если новичок справился, молодец, его в компании оставляли и так далее. И дали нам обратную связь, что так намного дешевле и проще, чем мы бы сами это делали. Также очень важно, что нам дали обратную связь. Даже новичок, который занимается проектом недавно, но прошел курсы системно, делает проекты и понимает систему лучше, чем опытный с большим стажем, который учил систему, как обычно бывает, методом научного тыка. Да? Потому что, получается, пробелы, не все функции системы известны, не всегда выбирается эффективное решение. Собственно, мы еще в прошлом году начали эту систему развивать. Мы сделали первый важный шаг. Мы сделали видеокурсы, доступные всем, и открыли еще два курса по D7. У нас теперь есть 6 курсов, которые могут проходить все. Мы получили 3600 регистраций вот с осени. Это действительно говорит о том, что тема востребованная, и эти курсы активно используют. И теперь мы делаем очень важный второй шаг. Мы запускаем сертификацию. То есть суть простая. Человек, чтобы получить компетенцию, у него есть материалы, чтобы получить знания, и способ их подтвердить и защитить и перед работодателем, и перед клиентом. Собственно, что такое сертификация? Это экзамены, на которых мы даем задания практические. То есть мы проверяем не просто теорию, внедри верстку, сделай компонент, модуль, и проверяем, как он именно это умеет делать. Это все проходит удаленно, и это очень большое достижение. Я покажу дальше как, чтобы любой партнер, любой разработчик из любого города, никуда не переезжая, мог спокойно сдать такие экзамены. Да, будут сертификаты и будут ряд экзаменов на разные уровни сложности. Соответственно, как вообще сдать? Да, очень легко. Нужен интернет, компьютер и веб-камера. Мы будем контролировать, покажу. Обязательно подготовка. У нас уже есть опыт, эти экзамены уже сдаются, и те ребята, которые готовились, изучали систему, изучали билеты, сдают легко раньше, чем вообще есть время, а те, кто приходил так, ну я же гений, сдам, не всегда получается успешно, потому что какой бы ни был опытный специалист, его знания, его личные, полученные его путем, не всегда могут совпадать с нашим представлением о том, что необходимо знать. И даже опытному стоит проверить, а все ли он знает из того, что мы будем спрашивать, да, и потом уже прийти на экзамен и познакомиться вообще со средой, в которой будет экзамен, чтобы во время экзамена уже не переживать, какой у него редактор, где какие кнопочки. Собственно, оплата, все через сайт, и в течение 10 дней мы проверяем и выдаем вам результат. Собственно, как это проходит? Открываете сайт и начинаете в любое время. Это может быть выходной будет день, ночь, независимо от вашего часового пояса в принципе. Вы делаете свое фото и фото документа прямо на сайте, на веб-камеру. Таким образом мы будем контролировать, кто именно сдает. То есть немаловажно, что сертификация приятится конкретному человеку, настоящему ФИО, а не просто к абстрактному пользователю на сайте. Собственно, фото, мы даже просим сделать фотопомещение, чтобы вы в отдельной комнате, рядом с вами никого нет, чтобы вы понимали, как у вас проходил экзамен. Мы выдаем отдельный специальный сервер с терминальным доступом. Это такая наша виртуальная комната, куда человек подключается, там есть веб-сервер, буз, редактор кода, браузер, все, чтобы решить наше задание. Выходить нельзя. То есть таким образом мы как бы контролируем, что пока человек там, он не списывает и делает сам, честно, все вручную. И, собственно, мы будем фиксировать, что происходило на экране, и фиксировать информацию с веб-камеры. Таким образом, мы на экзамен даем 4 часа. После этого сервер, собственно, завершится. Можно сдать и раньше, и многие завершают экзамен быстрее. И опытный программист смотрит, как именно сдача реализована. То есть не просто, что шаблон внедренный компонент есть, а как он реализован. И соблюдены те требования, которые мы предъявляем к экзамену. То есть мы явно описываем, что компонент нужно сделать вот так, вот так, вот так, вот так. Кеширование, объем данных, которые попадают в кэш и так далее. Что заводчик понимает это и знает. И мы это поконтролируем. Таким образом, мы, собственно, мотивируем программиста узнать полностью, как правильно делать, и смотрим, а понял ли он правильно, и оцениваем это. Собственно, мы поконтролируем прямо, у нас система нам покажет все-все скриншоты, все-все с веб-камеры, можем каждую увеличить и понять, а был ли он в системе, никуда не уходил, не уходил ли он за компьютера, а не подошел ли к нему друг помочь. Да, мы проверим, что все было согласно регламенту. Собственно, мы запускаем 4 экзамена. 2 уже доступно, и 2 появятся в первом
квартале. И самое вкусное – это стоимость. Мы реально постарались, и благодаря нашей облачной системе, которую мы сделали сами, которая обеспечивает прием экзамена, благодаря тому, что мы построили правильный процесс по приему экзамена, мы смогли поставить, я не помню слова, лучшую цену на рынке. То есть даже если вы посмотрите на айтишные сертификации за практическую оценку знаний, да, там не тест, что-то еще, эта цена, ну, я не знаю, как сказать-то, минимально кажется из возможных. Ну и, собственно, разная стоимость за разный уровень экзамена. 999 рублей стоит проверка на базовый уровень разработчика. Собственно, мы вводим вообще по понятиям уровни разработчиков, квалификации их по 1С Bittrex, базовый, профессиональный, экспертный. Таким образом, мы задаем вообще линейку роста и помогаем вам внутри компании выстраивать. Вот пришел новичок, что он должен знать? Что нужно знать, чтобы стать более опытным? Вы можете прямо вводить требования к разработчику, хочешь прийти на следующий уровень, там, допустим, зарплаты, сдай экзамен. Да? Пришел в компанию, хочешь делать проекты на уровень базовый, добрый, сдай вообще. То есть, чтобы быть уверенным, что человек понимает, как проект реализовывается. Собственно, ряд сертификатов, которые необходимо получить. И тесты, которые сдаются бесплатно, и ряд платных экзаменов. Соответственно, что это вообще дает вам как партнерам, как компании? Вы получаете готовую систему, да, вот ту самую функцию, когда вам приходит новичок, его нужно учить, контролировать. Кто-то это должен делать, я покажу, дальше попробуем посчитать это в деньгах. В партнерской анкете был вопрос, как вы решаете вопрос с программистами, вообще вам хватает их или нет? Два самых популярных ответа – это берем новичков и привлекаем аутсорсеров. Вот привлекая аутсорсеров, их нужно компетенцию как-то оценить. А как это сделать сейчас? Опять же, время потратить, какую-то свою, использую систему. Сейчас можно спросить просто, сертификаты есть? А на каком уровне у тебя сертификаты? Ты базовый или ты эксперт? Да, и вы уже понимаете, человек вообще как систему знает или нет, потому что сертификацию делаем мы как вендор и можем правильно выставить требования и правильно спросить, да, с человека. Если он приходит с сертификатом, значит, уже более-менее вы должны быть уверены, что систему он знает. Собственно, самое, как мне кажется, ценное – это сильное упрощение в компании, когда приходит человек новый. Я даже сделал расчет примерно в деньгах. Здесь вы можете попробовать подставить собственную сумму и понять, как это соотносится с вами. Ну, условно, новичок – это 1020 минимум в месяц надо платить. И есть опытный, который его ведет и контролирует первое время. Условно, ставка часа 1000 рублей. Вот минимум пару месяцев человек будет тратить время на то, чтобы система вообще понять, что можно делать в ней, что нельзя, проходить по тем же самым граблям, по которым, собственно, ходили все программисты. Опытный будет как-то вот там направлять и помогать. Таким образом, 60 тысяч рублей, 2 месяца, и только потом вообще-то вы узнаете, человек справился или нет, его оставлять или нет, осилил ли он. И схема с использованием академии. Пришел человек, делает какую-то работу, не отрываясь от производства, он проходит видеокурсы и готовится к экзамену. То есть все материалы есть. Уроки, тестовые задания, документация. 2 недель достаточно, чтобы изучить всю информацию для уровня 1. Вы говорите, сдай экзамен. Это стоит 999 рублей, никуда, нет необходимости куда-то ездить. Да, прямо из офиса или из дома. Человек сдает, и вы понимаете, если он осилил, значит, человек способен, есть компетенции системы и разобраться, и делать проекты верно. Это стоит вам 14-99 рублей всего 2 недели. И вы можете принимать решение, оставить или нет человека, экономив в 4 раза. Собственно, к наиболее важному для вас. Да, не так часто мы вносим какие-то изменения в программу. И, собственно, введя такую систему сертификации, конечно, логично, что мы добавим требования к партнерам, чтобы вы проходили, ваши студенты проходили такие экзамены. Собственно, представляю вам новые требования. И с одной стороны, они очень лояльные, с другой стороны, покажут вам, как, собственно, работает сертификация. Мы надеемся, что вы будете использовать не только минимальные требования, да, и соответствовать им, но и, в принципе, сертифицировать программистов. Это может быть стать отличным критерием для отстройки, что мы команда технологичная, у нас там 15 разработчиков и все не эксперты. Условно, да, поэтому мы хорошо знаем Steam и можем делать проект качественно. Собственно, и, конечно же, эти условия будут введены постепенно. Мы с 1 марта этого года сделаем новые требования только для тех, кто будет повышать свой статус с бизнес на сертифицированный и сертифицированный на
золотой. Для тех, у кого уже есть статус и кто будет его подтверждать, мы даем целых полгода периода льготного, когда мы не будем еще спрашивать сертификаты, и только 1 сентября мы будем проверять, а есть ли у вас прикрепленный к вашей карточке программист, который достиг определенного уровня, который я вам показывал ранее. Но мы очень рекомендуем вам не откладывать, потому что когда вы все придете к нам 1 сентября и захотите сдать все вместе, мы будем тратить некоторое время на проверки и все остальное. Пожалуйста, делайте это заранее, полгода – это вполне срок, чтобы спокойно сертифицироваться. Собственно, у меня все. Я оставил немного времени на вопросы. Спасибо, спасибо, Иван. Давайте несколько вопросов. Не вижу рук. А, вот вижу. А, есть. Уже бегут. Добрый день, меня зовут Олег. Вопрос. Старые сертификаты, которые есть в карточках у партнеров, они отвалятся и будут новые? Или они останутся? Нет, мы расширяем требования. То есть те, которые онлайн-курсы вы сдавали на статус, они остаются. Мы добавляем еще необходимость сертифицировать отдельно про программиста. Это новый уровень сертификатов в принципе. Тогда дополнение небольшое. Смотрите, я думаю, что у многих партнеров есть уже недействительные сотрудники, сертификаты которых висят в карточках. И если полностью менять, наверное, это полное обновление базы. У вас вопрос даже немного больше. Вообще тема, куда привязывать сертификат на человека и на партнера, ну, скорее на человека, да, и как защитить партнера, чтобы пользователи не переходили, обучившись у вас к другому, и как сделать так, чтобы у партнера не висело пользователей, которых реально больше нету, это ваша задача, и мы будем ее решать. А очень важный элемент, который мы, собственно, предусмотрели, сразу сделали, сертификат будет выдаваться не просто на пользователя абстрактного, а на конкретного человека с его реальным ФИО. И в сертификате будет прописано то ФИО, которое указано при сдаче экзамена, его нельзя будет изменить потом, просто в карточке на сайте своем. Таким образом, мы как раз-таки изменим ситуацию, что некоторый абстрактный пользователь сдал тесты и его прикрепили. Нет, это будет конкретно теперь разработчик и не будет так просто это сделать. Пожалуйста. Давайте еще. Нажмите на кнопочку. Спасибо большое за возможность. Вот. Но, возможно, что-то в предыдущем вопросе у меня есть тоже. Вот если какой-то пользователь, да, программист мне говорит, что у него есть, я могу как-то на вашем сайте проверить, что он действительно сдавал? Конечно, да. У нас на каждом сертификате будет сразу готовая ссылочка, прям, которую вы набираете. Мы показываем страничку, видите номер сертификата, выводите. Мы специально в таком полускрытом виде показываем ФИО и инициал. То есть, конечно же, удостоверение будет. Все. Да, и более того, мы сделаем очень красивую страницу резюме для разработчиков. Как у нас сейчас есть такая уникальная ссылка, которую каждый разработчик может дать, где вводится его сертификат. Будет красивая страничка, где будет выведен уровень сертификата по экзамену. Да. Спасибо, Иван. Еще раз. Меня... еще вопрос. Да, у нас давай, еще последний, один вопрос. Последний. Александр Айтиули, Петербург. У меня такой вопрос. Не секрет, что квалификация программиста, она не только в его конкретных хард-скиллах, да, вот умение так вот кодить, знать там те или иные модули и так далее. А часто профессионализм, он связан еще с иными, как раз таки, что называется, soft skills. И как Bittrex может помочь работать с этим? Потому что вы зарплаты-то показываете большие ребятам, но в зависимости их от неких других вещей не всем понятно и как раз таки… Вопрос это понятно. Вообще ценность у разработчика, которую так можно попросить сформулировать, это его опыт. Да, то есть программист может не иметь никаких сертификатов, но он уже 20 лет делает проект, и у него на практике он уже набил все шишки, которые можно было бы и быстрее узнать, да, вот эти вот типовые проблемы. Но вот он за 15 лет прошел и теперь знает. Конечно же, вообще оценка опыта и даже проблема передачи опыта, она проблема не только про IT, про программирование и так далее. Я думаю, что ту систему, которую мы сделаем, она уже сильно поможет, да, чтобы вы могли оценивать не готовый опыт, но хотя бы вот эти самые базовые скиллы, они вообще у человека есть, с ним есть что обсуждать по платформе. Как оценивать опыт? Ну, мне кажется, не совсем к нам задача. Мы специалисты, эксперты по платформе, и можем дать хороший инструмент, как обучить платформе, как проверить скиллы. Как же оценивать опыт разработчика в целом? Это не к таким системам, это вот можно лично, да, в переговорах или что-то еще. Мне кажется, это сложно завернуть в готовую систему и дать ее вам.